Христос воскресе! Поистине! Это вам подарки. Спасибо. Уже сладко едите? Да. Ну, молодцы. Спасибо. Сегодня в этот особый для каждого из нас день, особый день для каждого человека, хотелось бы и вам преподнести в дар икону Богородицы Покровительницы. Это список Сафонской иконы оригинала. И, конечно же, хотелось бы всем пожелать вам, дорогой Александр Григорьевич, всем нам, всех благ от воскресшего Спасителя, чтобы Господь всегда вселял бы в нас надежду, чтобы всегда нас укреплял. И хотелось бы, чтобы побольше радости было в нашей жизни, и чтобы все те невзгоды и трудности, которые нас посещают, проходили бы быстрее, и чтобы с помощью Божией и с нашими усилиями действительно жила бы и процветала наша любимая, замечательная Беларусь. С праздником! Дорогие друзья! Ну, прежде всего, я хочу поблагодарить вас. Вы просто молодцы. Беларусь просто молодцы. Без паники, без гвалта. Кому надо поберечься, тот себя бережет, остается дома или просто выйдет один где-то с родными, подышит свежим воздухом. Кто покрепче выработал иммунитет, тот посмелее и в храмы приходит. Я хочу из этого храма обратиться к нашим братьям, россиянам и украинцам. Они, как и мы, переживают непростое время. Может быть, даже сложнее у них сегодня, чем у нас. Я хочу от всех нас, от белорусов, пожелать им здоровья. Я хочу, чтобы Господь услышал и помог им преодолеть эту беду. Зачастую рукотворную, созданную нами самими. Пусть наши братья живут в мире и согласии. Я уверен, если они будут верить и также будут стремиться жить, они преодолеют эти невзгоды. Все преодолеют. Я также хочу обратиться к нашим соседям, полякам, литовцам, латышам и пожелать им скорого выздоровления, а также европейцам, американцам, китайцам, которые здорово нам помогают в лечении людей, их советами, у них опыт очень большой. Всем, всем тем людям, которые живут мирно и хотят жить впредь так и дальше. С воскресением Христовым всех вас! Христос воскрес! Спасибо вам еще раз. Ну и хочу вручить вам вот эту икону. Будьте здоровы, не болейте и верьте. Будете верить, будете жить. Потеряете веру, а значит цель в жизни, жизнь прекратится. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.